3 июня 2008 года студию Team Ninja покинул Томонобу Итагаки, ведущий дизайнер и творческий лидер команды. Случилось это из-за многочисленных разногласий с Текмо. Как утверждал Итагаки, владельцы Team Ninja задолжали ему премиальные, что в итоге стало поводом для судебного разбирательства. Кроме того, бывший лидер Team Ninja жаловался на некомфортные условия работы, созданные боссами Текмо. За 13 лет, которые Итагаки провел в Team Ninja, он создал серии Dead or Alive и Ninja Gaiden, ставшие его визитными карточками. Они показывали бескомпромиссность геймдизайнера. Первая выделялась нескрываемым эротизмом, а вторая — очень высокой сложностью и жестокостью. Когда Итагаки покинул команду вместе с несколькими ключевыми сотрудниками, их попыталась перехватить Square Enix. Но крупнейшему производителю японских RPG отказали, и в итоге Итагаки и его приближенные основали студию Valhalla. Сейчас они работают над экшеном Devil's Third. Итагаки своим принципам изменять не собирается. А это значит, что игра опять будет очень зрелищной и жестокой.